Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы с ним играем в МТА на сервере Nave Times RP. Итак, это вторая серия по возвращению на сервер, короче, и сегодня будем работать. Давайте нажмем, я еще не смотрел, кстати, работы, вообще не смотрел. Работы, водитель маршрутки СФ, лесопил, машинист, грузчик, дальнобойщик. А ну, машинист, допустим. Давайте на машиниста пойдем. Машинист. И... так. И... и сколько она будет платить? Так, добро пожаловать на работу машиниста. Ваша задача перевести груз с точки А в точку Б. При этом не повредить груз. Ну, а теперь смелей. Устройтесь на работу. Ищ... счастливый путь. Ага, я понял. Давайте. Такого я еще не видел, блин. Прикольно. О, поезд даже замененный. Ёптель. Ничего себе. Прикольно. Как фары здесь включить. Так, давайте куда-то далеко поедем. 400 тысяч. Ну и... и что делать? Вы начали работу, сядьте в поезд, а затем езжайте на маркер значка Т. Так. Здесь-то есть команда СТ-13. О, тут тоже есть команда СТ-13.00. Нормально. Так. Прикольно. Блин, я на работу так и не понял, что делать надо. Давайте, короче, уйдем. Так. Еще раз зайдем, еще раз устроимся, потому что я ни хрена не понял. Так, я понял, что нам нужно сесть в поезд. И на Т какую-то подъехать. Но я никакую Т не вижу. Что делать? Что делать вообще надо? Ё-моё. Короче, я манал эту работу нахрен. Я лучше поеду на обычную работу. Так, значимые места. Грузчик, водитель СФ. Водитель СФ лучше выберу. Ну вон нахрен. Тут дичь. Так. Городской. Есть, так. Все, поехали. Вот здесь чип можно ставить, ничего себе. BMW M5 и 60. Так, есть. О. Вообще четко, можно чипы ставить. Сейчас нормально бабла можем заработать, наверное. Не знаю точно, но должны заработать нормально денег. Ого, можно дрифтить на маршрутке. Не, это прикольно. Что можно чип на маршрутку ставить и спокойно работать. Это вообще классно. Так. Скриншотик для превьюшки сделаем. Все, поехали. Не, ну нормально, что можно нормально деньги поднять. В принципе, да? Это за один чекпоинт, наверное, платят 2000. Я надеюсь на это. Так. Хоть бы на какую-то машину заработать денег, потому что пешком ходить вообще не по кайфу. Вот реально пешком ходить не по кайфу. Так. Проехали маршруточку. Вот так вот хорошо. Все, так, следующий чекпоинт. Они какие-то сильно маленькие, я вам скажу. Можно было бы побольше сделать. Куплю дом. Покупай, чувак, что я тебе могу сказать. Так. Нормально можно вообще заработать бабла, надеюсь. Так.
Я люблю, кстати, на маршрутках работать. Самое, вот на поезде так и не понял, как работать, но мы обязательно попробуем когда-то. Блин, что-то я перестарался. Чуть-чуть перестарался. Так. Не, ну это жестко, конечно. Это, конечно, жестко. Так. Ну, в принципе, я не боюсь работать, и я могу заработать сам денег. Но я так хочу Регеру, это капец. Что мое сердечко не выдержит. Не знаю, может задоначу, не знаю. И куплю себе Регеру. Там 100 рублей, по-моему, задонатить можно. И, по-моему, а нет, 100 рублей это 50 миллионов. По-моему, если не... Ну, короче, неважно. 100 рублей, 50 лямов. Неплохо, чё. Здесь блат-номера даже есть. Я не знаю, всех одинаковые, или можно... Или, типа, если ты поставил, то другой чувак не может их поставить. Вот это я, конечно, не знаю. Мы уже маршрут, кстати, проехали один круг. Сейчас еще один проедем. В принципе, все быстро происходит. Мне нравится. Я мог бы тут долго работать. Вот так вот, так. Быстренько, быстренько двигаемся. Оп. Вот так вот и поехали дальше. Просто кайф. Просто шик. Погнали дальше. Проехали поворот. Блин. Мерседес, кстати, по-моему, банан называется. Да, это банан поехал. Что не так? Прорисовка такая хреново стоит или что? Ну. А, графика. Яркость. Угол. Дальность. Не, прорисовка нормально стоит. Ну ладно, в принципе. Неважно. То, что у меня он... Я смотрел, он ехал сильно далеко, и я его нормально не видел. Ну ладно, в принципе, так нормально. Уже второй круг едем, в принципе, вообще легкая работа, я вам скажу, можно... Вообще, я бы так час мог свободно ездить. Так что можете работать и зарабатывать денежку. Ой-ой-ой. Чуть-чуть занесло, чуть-чуть. Маршрут не очень длинный, но и не короткий. Так что можно нормально поездить. Еще чип поставить, гоже. Я вообще от ГТРа поставил. Чип это жестко просто. Так, вот. Так вот. И поехали дальше. Надеюсь, мы заработаем хоть на какую-то машину. Хоть на любую вообще. Конечно, на тазик, я думаю, заработаем. Но все равно. И так нормально. Ну, это получается, если за каждый чекпоинт или здесь 2000 за рейс платят. Я так и не понял. Ну, сейчас мы это узнаем. Сейчас мы это узнаем. Здесь 2000 за рейс платят или за чекпоинт? Сейчас мы даем. Продам Брабус 11 миллионов. Госцена 9,6. А, продает за 9,6. А цена его 11 миллионов. Нормально, чё. 9600. Дурачок, у меня таких денег нету. Чё гонишь? Откуда у меня такие деньги? Если бы он мне его подарил, было бы другое дело. А так, 9 миллионов откуда? Чувак, ты чё? Гонишь, что ли? Так. Давайте посмотрим, сколько мы заработали. Мне просто интересно. Вы получите... Ух ты, нихера себе. Не-не-не. Не завершать. Я еще хочу поработать, не гоните. Нихера себе. Там такие бабки рубить можно. Вы что, гоните в натуре? Такие бабло можно рубить? Нормально. Я не знал даже. Блин, вообще четко. Просто четенько. Сейчас такие бабки срубим. Вы что, гоните? Так, я уже круг сделал. Кстати, тут
Тут маршрутки качественные. Просто за 10 минут можно 100к заработать, чуваки. За 10 минут 100 тысяч. Вы понимаете? За 10 минут 100 тысяч заработать. Я вообще в шоке, реально. Просто я в шоке. Сейчас еще последний рейс сейчас проедем. Так, погнали. А чё ты там про Бентли говорил, когда в казино уходил? Кстати, да, тут Бентли есть, блин, я себе Бентли тоже хочу очень, я обожаю эту Бентли. Ну, это посовременнее, чем я люблю, но все равно она красивая тоже. Вот я себе на данный момент хочу Лигеру и Бентли. Но это очень дорого, но все равно я буду работать. Или за Доню, короче. Не знаю, посмотрим. Бентли, в принципе, на Бентли легче задонить, кстати. Но, блин, я как бы люблю долго развиваться на сервере. Просто когда я быстро развиваюсь, потом мне надоедает играть, и я ухожу с сервера. Такое у меня часто бывает. Поэтому не знаю. Хотя сервер очень крутой. Вот реально топовый просто. Поэтому не знаю, что получится с этого. Ой-ой-ой. Хорошо, я бочком зашел, конечно. Так. Погнали дальше. Поехали. Последний уже круг делаю. Потому что уже, наверное, кругов 6 сделал. Думаю, хватит. И думаю, вам тоже не по кайфу, смотри, как я езжу вот это постоянно. Наверное, в следующей серии будем покупать новую тачку. Наверное. Знаю, денег немного будет, но... Хоть какой-то уже тазик нужно докупить, потому что пешком мне бегать или на джетпаке не вообще не прикольно. А так хоть своя тачка будет, блин. Там чип поставил, пфф, полетел, все хорошо. Блин, это я перестарался чуть-чуть, если гонца. Погнали. Вот так вот сейчас тормозим. Разворот. Ага. Блин, чип от ГТРа, конечно, не идет автобусу. Хотя, блин, нормально, если к нему привыкнуть, просто я к нему привыкнул уже. Как бы, я же его делал, я к нему привыкнул. Думаю, другой бы человек не смог бы на нем ездить нормально. А я уже, у меня постоянно всегда такие чипы странные. Мне они, в принципе, нравятся. Так, еще последний чекпоинт. И будем сейчас завершать работу. Посмотрим, сколько нам заплатят. За сколько? За 6 кругов. Или за 5. Или за 6. Короче, неважно. Так. Маршрутка, кстати, очень качественная. Без номеров, но на похер. 152 тысячи завершить. Капец. Ладно, чуваки, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер играть и ждите новых серий. Всем пока.